За 5 лет в Тверской области в 3,5 раза увеличился объем ремонтных работ на региональных дорогах. Проект программы дорожных работ на региональных и межмуниципальных дорогах до 2025 года рассмотрен на заседании регионального правительства, которое 14 декабря провел губернатор Игорь Руденя. На заседании глава региона озвучил приоритетные направления в дорожном строительстве. Тему продолжит наш корреспондент. Президент страны Владимир Путин отметил, что сегодня первостепенное значение имеет приведение в нормативное состояние региональных дорог, причем в самое ближайшее время. С этого заявления, открывая очередное заседание регионального правительства, начал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона подчеркнул, что для Верхневолжья это один из ключевых вопросов, ведь площадь субъекта одна из самых больших в ЦФО. У нас в регионе, начиная с 2016 года, приведено в нормативное состояние более 1600 километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объем ремонтных работ вырос в 3,5 раза. И нам необходимо в плановом периоде увеличить темпы работ при строгом соблюдении региональных стандартов качества, которые были нами приняты, и, соответственно, сроков выполнения самих дорожных работ. На заседании губернатор озвучил приоритетные направления в дорожном строительстве. Это дороги ключевым экономическим и социальным объектам, обеспечивающие пространственное развитие территории Тверской области, включая реализацию инвестиционных проектов, а также трассы на ключевых туристических направлениях и школьных маршрутах. В период с 2022 по 2024 года в регионе планируется отремонтировать 1281 километр региональных и межмуниципальных дорог. С этого года уже начинаем реализацию объявленных проектов. Это вылетные магистрали, которые должны быть сформированы в столице Верхневолжья. Это Московское шоссе, это проспект Туполева, это Маяковская улица, это, соответственно, Бежецкое шоссе, это Санкт-Петербургское шоссе. Также у нас на начало строительства в этом году контракты заключены по Западному мосту и по развязке, который включает в себя мост через Октябрьскую железную дорогу на Санкт-Петербургском шоссе. Продолжатся работы на участках трасс Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна, Торжок-Осташков-Дубна-Кимры-Горицы, Устюжна-Сандово-Молоково-Хаботская и других. С 2022 года начнется поэтапное обновление дорог Вышний Волочок-Бежецк-Санкова, Тверь-Ржев, Бежецк-Поречье, а также подъезды к Зубцову. Кроме того, продолжится строительство подъездных дорог к инвестиционным площадкам, а также дороги Москва-Рига-Ржев. Всего до 2025 года будет реконструировано и построено 43 объекта, на 15 из которых уже заключены государственные контракты. Игорь Руденя подчеркнул, все конкурентные процедуры необходимо завершить в первом квартале 2022 года. Ремонтные работы до 1 октября, а вблизи образовательных учреждений к новому учебному году.